Призвание Жангильды Сарсенова – помогать людям. За его спиной – тысячи спасенных жизней детей. По образованию – мужчина-врач, но в 2008 году судьба свела его с благотворительным фондом «Аяла», где он со своими коллегами проделал немало добрых дел. Ведь основное направление деятельности центра состоит в помощи детским, государственным и образовательным учреждениям. Мы оказали помощь за эти годы около 170 разных учреждений по всему Казахстану. Всего было охвачено помощью 30 городов Казахстана. Мы помогали и интернатам, и детским садам, и детским больницам. Основное все-таки направление – это помощь детским отделениям реанимации перинатальных центров и родильных домов. Был такой огромный проект. Мы его 5 лет вели и закончили. На этот проект было потрачено более 300 миллионов тенге и оказали помощь 20 перинатальным центрам и родильным домам. Стоит отметить, что благотворительность уже нередкое явление в Казахстане. Желающих поддержать нуждающихся все больше и больше. Причем среди помогающих не только крупные бизнесмены, но и простые граждане. И это дало уже очень хорошие результаты. Допустим, на примере нашей алматинской детской инфекционной больницы мы туда передали очень большое количество разного жизненно необходимого оборудования. И при одной встрече заведующий отделением сказал, что благодаря этому оборудованию, благодаря повышению квалификации сотрудников, смертность по больнице снизилась в 4 раза. Это очень большая цифра. А, допустим, если взять недоношенных детей, то когда мы подводили итоги, в нашем перинатальном центре выживаемость детей весом менее 1000 грамм выросла почти в 5 раз. Благотворительный фонд «Аяла» существует почти 10 лет. За это время пройден большой путь. У центра планы на будущее и новые крупные проекты, которые нуждаются в поддержке отзывчивых и добрых людей. Мадина Жанузакова, Роман Ван, Жанакун.